Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова видео на проекте Amazing Holy Play. Но сегодня будет необычное видео. В этом видео покажу, как установить новый лаунчер с голосовым чатом на Amazing Holy Play. Но перед этим хотел бы напомнить, что в новом канале проходит конкурс на 10 миллионов рублей. Ссылка на конкурс будет в описании. Шанс выиграть очень большой, потому что 10 миллионов и 10 призовых мест по 1 миллиону. Также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Holy Play. Желаю вам всем приятного просмотра и приятного аппетита. Итак, что вам нужно вообще сделать в первую очередь? Это перейти по ссылке, которую я оставлю в описании на вот этот пост в группе Фебоста. Здесь получается есть ссылка на новый лаунчер, есть объяснение установки. Но объяснять вам не буду, я вам просто наглядно покажу, в принципе, как качать и установить данный лаунчер. Что вы делаете? Вы вот скачиваете новую версию лаунчера, вот, с голосовым чатом. Вот, нажимаете на вот эту ссылку, и у вас происходит вот скачивание. Я вот уже его скачал, в принципе, мне его обратно скачивать не нужно. Хочу, кстати, вам сразу сказать, то, что тестирование голосового чата пройдет завтра, либо днем, либо вечером. Точное время еще не сказали. И на тестирование будет x100 зарплата и опыт в час, Это будет такой бонусный проект. Получается, голосовой чат добавят не на основные сервера, а просто добавят на тестовый сервак, на один, где 700 слотов, в принципе. Там будет только голосовой чат. Глобального обновления мы там не увидим. Там будет просто обычный, привычный нам Amazing и голосовой чат, который мы будем все вместе, в принципе, тестировать. Итак, вот вы получается скачали лаунчер, в принципе, и вам нужно просто его запустить. Вы берете его, запускаете, и он у вас открывается. Вот получается, у нас запустился лаунчер, и у нас вот новый лаунчер и старый лаунчер. Вот у нас основные сервера, на которых мы играем. И вот мы нажимаем такой раздел, вот голосовой чат, и здесь у нас получается тестовый сервак, он один, вот видите, тестовый сервак. Если, в принципе, вот здесь звоник и просто нажимаете играть, сейчас на него зайти нельзя, потому что он закрытый. Откроется он, в принципе, завтра в определенное время. Давайте я вам покажу, как установить, чтобы он у вас работал. Итак, у вас есть две игры, получается. Вот обычная игра и с голосовым чатом. Здесь у вас указана папка с игрой обычная, в принципе, вот DSC, Games и так и на Россия. А вот голосовой чат нужно создавать новую папку. Получается, видите, вот я нажимаю стройки, и здесь у меня другая папка. Я ее сам создавал. И что нам нужно сделать? Вы просто берете, заходите в папку с игрой. Вот у меня Games и папка с игрой. Вот, и так и на Россия, это обычная. И нам нужно создать вот новую папку. Вот новую папку нужно создать. Просто берете, нажимаете вот создать папку, вот папку, и делаете вот название, в принципе, GTA Kingdom Россия 037. Именно вот такое вот название вы должны сделать, чтобы у вас все нормально работало. Вы создали вот такую себе папку GTA Kingdom Россия, она у вас будет пустая. Я уже все установил, поэтому она у меня не пустая. У меня здесь уже все, что нужно, есть. Но у вас этого не будет. Вы берете просто, создали папку, и здесь настройки нажимаете, и вот указать папку. И здесь вы указываете папку, ту, которую я вам показал. Вот Games, вот GTA Kingdom Россия 037. Не просто GTA Kingdom Россия, а именно 037 вы должны указать. Вот, выбираете, сохранить, и вот, вы нажимаете, начать установку или проверить игру. Видите, у нас пошла проверка игры, в принципе, и у вас установится все, что нужно. Полностью у вас установится игра, все файлы, и у вас будет все, в принципе, хорошо работать. Вот, в принципе, у нас проявилась игра, и мы можем нажать просто играть. Но я этого делать не буду, потому что, если я даже нажму играть, я не смогу зайти на сервак, потому что он закрытый. Вот даже давайте сейчас попробуем зайти в игру, и что нам напишет. Итак, пацаны, вот я, нажал зайти в игру, и здесь у нас получается новый лаунчер. И что мы здесь видим? Видим новую заставку, и сейчас мы пытаемся зайти в игру. Пытаемся зайти в игру, настройки у меня сбитые, в принципе, видите? Видите пароль от тестового сервера, чтобы войти. Если у вас нет пароля, значит закрытое тестирование вам недоступно. Но завтра, когда его будут тестировать, уже пароля не будет вообще. Поэтому сможем зайти просто и потестировать голосовой чат. Ну что ж, вот такое, в принципе, получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Я постарался максимально быстро и просто объяснить, как установить все, чтобы вы завтра смогли зайти и спокойно, в принципе, поиграть. Я снимаю это видео 17 числа. Скорее всего, в этот день я его выложу. А 18 числа уже будет, получается, тестирование голосового чата. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.